ссылки открывать. Всем привет! Вы на канале Принцесса Милана. Сегодня мы будем распаковывать посылки. Давайте же начнем. Начинаем с первой посылки. О, теперь у нас коробочка. Кстати, за всю нашу распаковку у нас не было ни разу коробочки. Кольцо летучая мышь. Например, как кольцо Бэтмен. Это кольцо легкое, черного такого цвета, такое детское. Вот тут можно раздвигать, на любой пальчик можно одеть. Легкое. Я буду ставить оценки. Этому кольцу я ставлю 5. На 5 буду ставить, или 4, 3, 2 или 1. Очень классное кольцо. Это кольцо можно надеть на какой-нибудь Хэллоуин или на праздник. Давайте посмотрим следующую посылку. Следующая посылка уже у нас в пакетике. А это резинка Бантик. Такого, как бы такого... Как бы сказать, это такого ткани сделан небольшого, он почти как бархатный. Тут розовый, тут затянуто розовым, тут как подписано золотым цветом. Это резинка на косичку или на хвостик. Очень красивая резинка. Можно надеть на любой праздник. Давайте эту резинку милую отложим в сторонку и откроем следующую посылку. Давайте же откроем это что-то, какую-то вещь. Это такая сумочка с цветочками. Туда можно что-нибудь положить. Вот тут магнитик. Опа. Вот такая сумочка. Я их хочу поменять. Интересно, кольцо летучая мышь туда поместится? Да, не помещается. Ну, жалко. Интересно, что туда можно положить? Бумажки? Записки? Шпаргалку? Вот такая вот сумочка. Классная. Она такая вот, вот черная, и вот она сама золотая такого. Такого темного золота. Очень классное ожерелье. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. Ты увидишь много интересного. Всем пока!